Привет, меня зовут Аматуя. Я по образованию музыкант, творческий человек, а также я метафизик. Я медиум, эзотерик и занимаюсь тем, что преподаю. У меня есть своя эзотерическая школа, также много курсов, как улучшить свою жизнь. Но не просто, знаете, как взять, добиться денег, какого-то успеха. Самый большой успех – это когда ты знаешь, кто ты на самом деле. Я помогаю людям познакомиться со своей внутренней сущностью. Вот, это, наверное, мое призвание. Также я певица, New Age, у меня более своих 150 песен, композитор. Вот, занимаюсь музыкой, поскольку я считаю, это одно из моих, так скажем, призваний. Сейчас живу я в солнечной Мексике, уже 2 года, может, даже немного больше. Сама я родом из России, жила также в Украине. Что еще могу о себе рассказать? Мое мирское имя Валерия. В общем, человек очень незаурядный. Как я пришла к Child Free? Ну, вы знаете, это было еще с самого раннего детства. Я, сколько себя помню, не любила детей. Не то, чтобы они меня раздражали или я их ненавидела, я не Child Hate. Но, знаете, вот... Если они где-то на уровне 1-2 километров от меня, то нормально. Если они поближе, кричат, вопят, требуют к себе внимания, вы же знаете, дети – это еще те энергетические вампиры, которые могут вот так выжать, как лимон. Для того, чтобы быть родителем, это нужно еще призвание. Это нужно жить ради кого-то, прям ощущать идею, посвятить свою жизнь какому-то человеку. У меня этого не было с самого детства. Я когда гуляла во дворе с подругами, часто родители каких-то детей из наших дворов говорили: «Ой, можно здесь колясочку с вами оставить? Посидите с моим ребеночком». Меня всегда это дико раздражало, скажу честно, потому что я привыкла гулять сама, с подругами, друзьями, и когда они начинали вот так вот сидеть с этой колясочкой и с орущими детьми, мне это не нравилось. Хотя я сама еще была маленькая, и я помню, дети играли с пупсиками, я же пупсиков считала какими-то гоблинами. Когда я играла в куклы, то пупсики у меня были служанками или еще кем-то. Ну, вы понимаете, да, у меня с самого детства не заладилось. Мне постоянно говорили, что все исправится, я вырасту, у меня проснется материнский инстинкт. Я не буду сейчас называть свой возраст, благодаря тому, что я child free, эзотерик и так далее, я очень молодо выгляжу. Но, так скажем, я уже не подросток далеко. Вот, и я считаю, да, возможно, именно то, что я child free, позволяет мне выглядеть именно вот так. Ничего не изменилось со временем. Ничего не поменялось. Мои взгляды не изменились. Мне говорили, ты увидишь своего племянника, ты увидишь там детей своих подруг, знакомых. Честно, я сколько раз их видела, столько раз себе говорила. Как же хорошо, что я не хочу детей. Как же хорошо, что они не живут со мной. Нельзя сказать, что я их прям, знаете, презираю или что-то еще. Дети – это абсолютно нормально. Это так, как же и любой другой человек. То есть мне больше нравится общаться со взрослыми людьми, понимаете? Как бы мне с детьми не о чем общаться. Ну, разница в интеллекте. Даже не с каждым взрослым человеком ты можешь пообщаться на равных, правильно? А с детьми вообще. Но это надо иметь такой менталитет папочки или мамочки, так скажем, который ты хочешь вот заботиться о ком-то. Знаете, я в принципе люблю заботиться о своих близких, о своем муже, но именно вот о маленьких людях мне заботиться не хочется. Ну, нет во мне этого. Так, плюсы и минусы лично для меня. Ну, по-моему, все очевидно. Я хочу жить для себя. Это не значит, что я эгоистка. У меня в школе более 100 человек, с кем я занимаюсь каждый день. То есть я считаю, что я себя проявляю, так скажем, свою заботу к своим ученикам, с теми, кому я помогаю расти над собой, открывать свою внутреннюю сущность, общаться со своим духом. Потому что мы – это не просто тело. Как, знаете, некоторые верят теорию Дарвина о том, что мы потомки обезьян. Нет, мы не потомки обезьян. Вот. И я именно занимаюсь тем, чтобы открывать людям глаза, чтобы они видели, как они могут жить. Не просто жить, вот знаете, как потребитель, а жить как существо осознанное. И знать, к чему ты стремишься, знать, для чего ты пришел в этот мир. А те, кто хотят завести детей, ну, в общем-то, они хотят жить по шаблону. Знаете,
Мне всегда казалось, что детей заводит тот момент, когда ты уже не знаешь, что тебе с самим собой делать. Тебе настолько скучно становится жить, тебе настолько невозможно находиться в обществе самого себя или даже в обществе любимого человека. Это люди глубоко не самодостаточные. И я считаю, что... Я, не, кстати говоря, не отрицаю то, что есть нормальные родители, которым это надо. Есть люди, у которых такая карма, у которых призвание. Это одно. Но то, что когда люди просто плодятся, чаще всего еще в России, в Украине это происходит в очень раннем возрасте, когда, в принципе, человек еще сам не вырос, ничего не добился, и у них уже несколько детей. И они каждый день ВКонтакте пишут: «Перекиньте, пожалуйста, деньги, нам нужны деньги». Это, конечно, ужасно, на самом деле, не знаю, я бы создала закон о том, что с какого-то возраста нельзя рожать детей, потому что, ну, для чего это, для чего плодить нищету? Я считаю, что рожать детей нужно осознанно, готовясь к этому. Нужно быть готовым и морально, и материально, во всех аспектах. Нужно знать, что ты можешь предложить своему ребенку, и не только деньгами. Нужно знать, что ты ему предложишь в принципе из своего накопленного опыта, из своих знаний, что ты хочешь ему передать, какой посыл, какое сообщение. У большинства людей они заводят, знаете, детей без какой-либо задней мысли, просто что, чтобы было. Они ничего не могут им передать. Это рождаются неполноценные люди, которые всем завидуют, у которых ничего нет, которые носят обношенные вещи. В общем, я считаю, что это ужасно, поэтому я child-free. Я думаю, что я, конечно, могла бы что-то дать ребенку, но мне это не нужно. Я не хочу этого, у меня нет такого посыла. В чем плюс? Какую цену приходится или не приходится платить? Ну, какую цену платить за детей? Конечно, посвящать им свою жизнь. С того момента, когда у тебя появляется ребенок, твоя личная жизнь заканчивается. Нет, конечно, вы можете с этим не соглашаться и говорить, что вы живете прекрасно, свободно. Я верю, что вы живете, может быть, прекрасно. Я лично в этом сомневаюсь, но это только мое сугубое мнение. Вот. Но прекрасно понимаю то, что вы уже не можете жить как раньше. У вас появились обязанности, прежде всего, кармические зацепки. Вот. Вы тратите большинство своих денег на ребенка. Вы уже у себя не на первом месте. Стоп. Уже на первом месте ребенок. Конечно, если вам нравится, чтобы кто-то был на первом месте, пожалуйста, это прекрасно. Лично мне не нравится, чтобы кто-то был на первом месте. Я хочу у себя быть единственной. И я не стыжусь своего эгоизма. Это нормально. У каждого свое призвание. Кому-то детей рожать, кому-то обучать людей. Кому-то рисовать, кому-то петь, кто-то может этим всем вместе заниматься. Прекрасно. Я только за. Я описываю свой опыт. Так. Инстинкт давления общества. Реакция окружения. Знаете, я думаю, что да, инстинкты бывают, и даже не то, что вот инстинкты, у меня такое как-то раз было, что мне начало почему-то сниться, что у меня есть дети. Или что я беременна. И в этот момент начинает моим подругам это сниться. Я думаю, что это, так скажем, энергетика матрицы, что в определенном возрасте, если у тебя не просыпается инстинкт, то тебе начинают приходить знаки. А может быть, стоит? А может быть, ты не на том пути? Вот сны начинают сниться. Знаете, каждому свое, каждому свой подход. Я, например, эзотерик, я верю в знаки, в сны. И вот мне начинает внедряться эта идея. Вот эти сны постоянные про детей и так далее, а может быть, там некоторые начинают думать. Я прекрасно понимала, что это явно не мое желание, и просто смеялась, когда мне рассказывали эти сны, и ничего такого не обдумала. Но некоторые люди, которые в себе не уверены, которые себя не раскрыли, они могут воспринять это как знак и подумать, что да, может быть, стоит. А для чего? Но это уже другой вопрос. Реакция окружающих, ну, не очень, конечно, позитивная. Я сейчас живу в Мексике, здесь более такие толерантные люди, понимающие, никто друг друга ни за что не осуждает. В России, конечно, люди не понимают, говорят, ты там дура, ты эгоистка, ты еще пожалеешь, на смертном одре тебе некому будет стакан воды поднести. Спасибо. Я всегда им отвечаю так: мне не нужна бесплатная прислуга. Если я захочу нанять себе прислугу, я ее найму, у меня есть деньги для этого. Ну, а с другой стороны, я занимаюсь спортом. Видно сейчас или нет,
наверное, не очень заметно. Думаю, сейчас не то освещение. Ну, в общем, я, так скажем, человек, который очень хорошо за собой следит. Вот, поэтому я думаю, что в любом возрасте я буду очень хорошо выглядеть. Буду прям бегать, прыгать и скакать. И мне не нужна прислуга, мне не нужны никакие люди, которые будут стараться там меня поддержать или там в чем-то мне помочь. Я настолько самодостаточна сама, я обучаю этому, чтобы человек был себе и любимым, и мамой, и папой, и братом, и соседом, и врагом, чтобы человек внутри себя все имел, быть полноценным, не скучать от общества самого себя. Если вы не будете скучать от своего общества, вам всегда будет чем заняться, вы никогда в жизни даже не задумываетесь о детях. О детях задумываются только тогда, когда ты уже все из себя выжил, вот так, как лимон, и ты уже не знаешь, куда податься. Ой, а заведу-ка я ребенка. А некоторые еще люди, знаете, почему заводят? Их никто не уважает, в принципе, они ни для кого не авторитет. И они думают, вот я рожу ребенка, и я буду для него авторитетом, я там буду его учить, то есть хоть для кого-то там уже быть авторитетом, чтобы кто-то хотя бы тебе в рот заглядывал такими широко распахнутыми глазами. Ну, причин много есть. Я не отрицаю, что есть причины, когда человек действительно хочет детей, когда это обдумано, но это настолько редко, что это даже неуместно говорить. Это вообще, это мизерный процент из 100%. Даже там, наверное, 1% не наберется, когда люди действительно заводят ребенка, потому что они это прожили, они это прочувствовали, они хотят что-то кому-то передать, да, они искренне этого хотят. Они когда там родственники настаивают по залету, или там муж настаивает, вот у всех друзей уже есть дети, а у нас с тобой нет детей. А давай-ка заведем детей. Вот эту историю очень часто слышу. Когда мне кто-то говорит, давай, заводи детей, или почему у тебя нет детей, я просто жестко ставлю на место. Я такой человек, я не люблю ходить вокруг да около, я не люблю оправдываться, мямлить, лицемерить, я просто говорю в лицо. Вот. Могу очень жестко ответить. Если, например, человек не понимает, или, например, меня часто спрашивают, как я могу посоветовать человеку отвечать. Если человек мягкий, он не может послать, то я советую говорить так. Я, конечно, очень хочу детей, но ты понимаешь, у меня есть проблема со здоровьем. Я вот сейчас обследуюсь, лечусь, пожалуйста, не напоминай мне об этой теме. На самом деле мне и самому тяжело об этом думать. Поэтому, если я решу свою проблему, я тебе сообщу. Пожалуйста, все, больше не будем на эту тему говорить. Можно говорить так, например. Разделяют ли мои родственники мою позицию? Да, мои родственники абсолютно разделяют мою позицию. Я очень рада, что я выросла в семье интеллигентных людей. Несколько раз поинтересовались, хочу ли я иметь детей. Я сказала, что нет. Все, больше никто не интересовался. У меня деликатнейшие люди, деликатнейшие. Со стороны супруга, конечно, постоянно часто были такие вопросы. С мамой у нас вообще его конкретное недопонимание. Вот, из-за этой темы. Конечно, отношения подиспортились. Ну, а что, извините, мы что, должны своей жизнью жертвовать из-за того, что кому-то из родителей чего-то хочется? В конечном итоге они могут себе кого-нибудь усыновить и без проблем. Так, пришлось ли с кем-то прервать или сильно сократить общение? Вы знаете, на самом деле мне приходится прерывать и сокращать общение с теми, кто заводит детей. Потому что очень сильно расходятся интересы. Постоянно нужно видеть детей, постоянно слушать разговоры о них. Это вообще не интересно. Если, конечно, люди не зациклены на детях, не тащат их навстречу, там, не заставляют с ними как-то контактировать, то я могу нормально относиться, я вообще не против этого. Просто чтобы со мной это не соприкасалось. Как я говорю, я не против детей, но когда они на минимум от меня на 1 километр. А когда они рядом, мне это, конечно, не нравится. Но ради своей любимой подруги, например, я готова даже на выходных потерпеть у себя дома с ребенком. Вот я, кстати, зову сейчас к себе подругу свою лучшую. Она недавно завела ребенка. Я готова потерпеть ради подруги 2 дня даже ребенка в своей квартире. Это ничего такого ужасного. Но, как бы понимаете, это жертва. Это ради лучшей подруги. А так, в принципе, нет. Я этого всего, так скажем, сторонюсь.
Существует мнение, что ребенок является средством манипуляции мужчиной. Здесь брак по залету, вытягивание из мужчины ресурсы под предлогом на ребенка, постоянные упреки в недостаточном внимании ребенку. Да, к сожалению, такое есть. Большинство женщин заводят детей только ради того, чтобы манипулировать мужчиной. Это, конечно, на самом деле ужасно. Потому что это неполноценные женщины, которые вообще не имеют никакого интеллекта. У них есть только половые признаки и только какие-то там животные способности для того, чтобы удержать мужчину. Если в тебе нет ни харизмы, ни красоты, ни ума, ни интеллекта, ни самоуважения, то ты, конечно, расплодишься и будешь мужчину пытаться так вот доить, как дойную корову. Либо же угрожать о том, что ты подашь на элементы, еще что-то. Я считаю, что это не женщина, это позор для всего женского рода. Потому что это на самом деле, если даже вдуматься, это настолько ужасно, что ты создаешь человека не ради того, чтобы чему-то его научить, потому что ты этого хочешь, а ради того, чтобы просто тупо использовать другого. Мне вообще страшно на самом деле было даже с такими людьми общаться. Потому что, зная, если человек вот идет на такие низости, на такие мерзости, то что, на что он еще способен? Я на самом деле боюсь таких людей. Я боюсь также людей, которые не любят животных. Я очень боюсь таких людей. Они на самом деле страшные люди. Это только кажется, что вот там кто-то пнул собачку или кошечку, да? Или использует ребенка ради того, чтобы получить какую-то наживу. Это страшные люди. Я считаю, что они недалеко ушли от преступников. Я бы лично за такое и штрафовала, и садила бы, честно. Была бы у меня возможность, я бы его просто даже посадила за такое, чтобы неповадно было. Ну, у меня, к счастью, такого нет. У меня никогда не было проблем с поклонниками. Вот. И даже неинтересно заводить утюг. У меня, наоборот, было такое, что я со своими друзьями ссорилась из-за того, что я высказывала непримиримую позицию child-free. Когда они мне начинали вот это вот... Особенно, вы знаете, что я больше всего не люблю слово «детки». Меня прям коробит, знаете, это как, когда ты пишешь мелом на доске, у тебя вдруг выскальзывает мел, и ты так ногтем по доске проводишь. Детки. Я лучше промолчу. Так вот, когда они начинают вот это вот, знаете, детки, эти милые создания, эти цветы жизни, это то, ради чего мы живем. Я говорю, что это не так. Мы живем совершенно... Каждый для своего живем, у каждого свои цели, свои, так скажем, разные задачи в этой жизни, а не только просто прийти и расплодиться. Это, наверное, самый примитив, ведь расплодиться может и любой бомж, алкаш, какой-то шизофреник или неполноценный человек. Извините, это что, разве достижение? Как по мне, то... Достижение, если ты вырастешь какого-то вундеркинда, который внесет какой-то вклад в мировую историю, что-то откроет, это да, достижение, конечно. Вырастить такого ребенка, это нужно очень много пахать. А если ты просто расплодился, то какой же это вклад? Еще один паразит на этой планете. Большинство людей, к сожалению, паразиты. Они живут только ради себя, они гадят, они мусорят. Я много раз вижу, как люди выбрасывают просто мусор и идут дальше. Ну, а как они уже друг к другу относятся, это другой вопрос. Поэтому эту тему, конечно, можно было развивать и дальше. Но я думаю, в этом нет никакой нужды. Между мужчиной и женщиной, я думаю, что самое главное – это энергетическая связь. По каким чакрам вы соприкасаетесь друг с другом? То есть по высшим центрам, по средним, по низшим. Очень важно подобрать себе мужчину, который будет твоим единомышленником. Потому что если ты выберешь мужчину, который хочет детей обычных семейных ценностей, а ты сама хочешь чего-то другого, ты хочешь развиваться, ты хочешь путешествовать, познавать мир, просто развивать себя, раскрывать себя как личность, как дух, а твой муж хочет просто расплодиться и жить как все, то это ужасно. Поэтому очень важно перед тем, как вообще вступить в отношения, очень важно много говорить. Очень важно обсуждать цели, к которым ты стремишься, к которым стремится мужчина. И если ты чувствуешь, что что-то не так, что что-то здесь не то, то нужно просто вычеркивать этого человека из своей жизни. Как по мне, то, конечно, я за долгосрочные отношения, я вообще сторонник
очень такого нестандартного образа жизни. Я считаю, что у женщины должен быть один половой партнер за всю жизнь. Для меня это нормально. Вот. Конечно, сейчас со мной многие не согласятся. Я думаю, польется много негатива, потому что у большинства женщин было их. И почему большинство женщин так плохо выглядит? Почему большинство женщин в 25 выглядит уже на 30? Ну, я сейчас не говорю про косметологию, можно сейчас выглядеть намного лучше тем, кто за собой следит. Но большинство из женщин выглядит гораздо старше своего возраста. Это потому, что они спят с кем попало. К сожалению, это так. Это относится и к мужчинам, и к женщинам. Но к женщинам в большей степени, потому что внешность портится практически сразу. Но я уже говорю не только о внешности. Ваша энергия, так скажем, настолько становится грязной, становится слабой. И, несомненно, после этого портится ваша внешность. Вот. Я, конечно же, за традиционный брак. Почему? Потому что вот я, например, по некоторым своим знакомым сужу. У них долгое время отношения с мужчинами, которые их не ценят, просто пользуются ими, знаете, как бесплатная прислуга. Это, конечно, неплохо. Единственное, что хотелось бы знать, ради чего это все. Вот, например, они их очень любят, да, девушки, парней. А парни сразу видно, они просто пользуются. Как только будет возможность, они выбросят просто ее на помойку и найдут себе помоложе, поновее, мяско, посвежее, потому что относятся к ним как к мясу. Я, знаете, что считаю? На самом деле, когда ты влюбляешься, вот пусть сейчас не говорят там, вот эгоизм, там неуверенность в себе, когда ты влюбляешься, тебе приятно оформить свои отношения. Не потому что там потом что-то получить, еще что-то, тебе просто приятно, и в какой-то степени ты, там, ты так любишь, ты боишься, что уведут, просто уведут. Вот, и, ну, это как мужчина, сижу, мне вот папа даже мой сказал, что для него это было бы абсолютно естественно, если он влюбляется в женщину и сразу же предложит ей пожениться. Ну, конечно, не сразу же, но имею в виду, что вот после какого-то, знаете, ну, полгода, да, отношений, нормально пожениться, если женщина хочет, а мужчина постоянно откладывает, придумывает какие-то разные отговорки, это значит лишь только одно. Он вас не воспринимает как какой-то серьезный вариант, и я думаю, что он просто вас использует временно. Вот. Я сама на самом деле до какого-то определенного момента я не хотела оформлять свои отношения, потому что я вообще такой человек, я терпеть не могу всякие шаблоны, рамки, условности. И я не хотела на самом деле, так скажем, оформлять отношения. Хотя, честно скажу, мне предложил мой нынешний муж пожениться ровно через 2 недели нашего знакомства. Может быть, поэтому мне и не хотелось, как бы я была в себе уверена. Вот. Но потом со временем так случилось, благодаря тому, что нужно было кое-какие документы оформлять, и, так скажем, незамужним девушкам много чего тяжело получить. Вот. Поэтому мы это сделали чисто так, ради, так скажем, хорошего дела. И только со временем я поняла, что это, конечно, это просто приятно, когда ты это делаешь по любви с человеком, которого ты очень любишь. Это нормально. С другой стороны, конечно, браком невозможно удержать. Если ты не любишь человека, то уже хоть головой об стенку бейся, а он от тебя уйдет. И даже штамп в паспорте не помешает. Просто вот я хотела, чтобы вы задумались, если вам не предлагают и даже как-то обходят это стороной, это немножко странно. Вот. То, что я вижу, на самом деле, очень многих девушек просто тупо используют. Они с ними живут, эти девушки... пашпашит, там стирают трусы, носки и так далее. Потом видно, что они их просто выбрасывают на помойку. Конечно, ты тут никак не найдешь какой-то гарантии, подстраховки, то, что тебя просто не выбросят в один прекрасный день, и ты останешься одна. Вот. Но нужно изначально выбирать такого партнера. Это невозможно не почувствовать. Если вас не любят, то это всегда будет чувствоваться. Не обманывайте себя. Если вас не любят, не надо терпеть. Это ненормально, если кто-то один любит в отношениях, а кто-то просто тупо паразитирует на любви другого человека. Способно ли изменить что-то в отношениях рождение ребенка и разрушить брак? Я думаю, что да, способно. Вот, я не буду сейчас перечислять физиологические, так скажем, моменты, если ты, например, родила не кесарево, да? Опустим это, мы все взрослые люди и понимаем, какие могут возникнуть проблемы.
А учитывая то, что для большинства мужчин секс имеет большое значение, то здесь может быть небольшая проблемка. Или большая. Вот. Я много видела семей, которые разрушались именно после рождения детей. Действительно, это вообще не редкость. Я бы даже сказала, это очень даже часто бывает такое. Вот. По крайней мере, начинаются какие-то раздоры в семье. Это да. Денег не хватает, ребенок постоянно орет по ночам. И никто не может нормально выспаться. Он требует огромного... Не знаю, у меня у многих знакомых есть дети. И я просто вижу, что они как, знаете, вот они реально как... Они всю жизнь живут, им как прислуживают. Как будто это прислуга. Вся жизнь крутится вокруг этих детей. Просто вокруг них вот так крутится. Я не знаю, как так можно жить. Это можно сойти с ума. Действительно, я бы, наверное, сразу же сошла с ума. Вот, я бы сбежала просто. Хотя я бы никогда не дошла до такого, вот. Никогда бы не дошла до такого, чтобы вообще завести ребенка, честно. Для меня лучше, наверное, даже смерть, чем завести ребенка, потому что это настолько не мое. Поэтому да, я думаю, что ребенок может разрушить семью очень даже легко и просто. И этому есть множество примеров, даже не надо никакие примеры рассказывать. Я думаю, что каждый из вас знает такие примеры. Ребенок — это плод любви или попытка зашпаклевать дыры в личных отношениях. Вы знаете, как я уже и говорила в начале видео, я думаю, что есть разные ситуации. Я, наверное, только один раз в жизни видела человека. Ну вот сейчас, может быть, второй раз моя подруга недавно усыновила ребенка. Вот. Наверное, это два единственных примера, когда я видела, что человек это осознанно хочет сделать. То есть не по какому-то залету, не из-за того, что плохие были отношения, а просто как бы, ну вот, идея фикс такая. Хочется ребенка. Вот. А все остальные разы, которые я видела, то это все как обычно, либо давление мужа, либо давление родственников. Ну вот что-то такое, либо там желание наживы. Хотя нет, подождите, у меня еще была одна подруга, которая очень хотела детей, но там другая, как бы, немножечко другая ситуация, там психологическая проблема больше даже, и желание, как бы, еще с детства у нее было завести детей, она завела двоих детей и даже одного усыновила, то есть, вот, это, наверное, три человека из всех, кого я знаю, кто это сделал более-менее, так скажем, осознанно. У всех у них мужья официальные, прилично все с деньгами, и все хорошо с головой, с интеллектом. То есть я не сомневаюсь, что эти люди могут что-то дать этим детям. То, что могут получиться прекрасные дети, я не сомневаюсь. Все остальное – это просто какой-то кошмар. Ой, просто ужасно. Может, там, конечно, и все нормально в семье, но я не вижу, что это было осознанное желание. Этого я не вижу. В чем смысл жизни? Ну, я думаю, что у каждого человека смысл жизни в чем-то своем. Но если обобщить так, я бы сказала, что смысл жизни в том, чтобы найти себя, свою суть, вспомнить свои прошлые жизни, так сказать, знаете, чтобы было такое ощущение, когда ты остаешься наедине с собой, чтобы ты чувствовал себя в самой лучшей компании, чтобы ты постигал мир. Узнавая мир, мы узнаем самих себя. Мы начинаем заниматься, так скажем, внутренним самосовершенствованием, саморазвитием. Все то, что ведет к духовному прогрессу. Я сейчас, конечно же, не имею в виду какие-то религии, я против этого всего. Я имею в виду эзотерическое, метафизическое знание, высшее эзотерическое знание. Вот. Я считаю, что мы должны искать, так скажем, ответы на вопросы. Для чего мы пришли в этот мир? Что мы здесь делаем? Кто нас программирует? Почему все вот так? Искать, смотреть глубже, видеть несоответствия, которые происходят, видеть, что нас программируют по всем средствам массовым, нас программируют. Нам врет медицина, нам врет наука, нам врет физика, нам врут постоянно по телевидению и так далее. Нам даже дают сфабрикованные новости, все приукрашивая. Вокруг льется один негатив. Постоянно подмена ценностей. Нам преподают, что черное — это белое, а белое — это черное. И ты, пожалуйста, в это верь. А если ты не будешь в это верить, то тебя будут высмеивать.
Вот. Все, кто несет истину, всех людей высмеивают, делают разные, так скажем, травлю и так далее. Со мной тоже такое было и не раз. Все общественные деятели, кто несет в этот мир зерно истины, их подставляют. Вот. Поэтому я думаю, что нужно искать истину. И я вам советую искать ее только на альтернативных источниках. Только у исследователей. Никакой официальной истории. Это все вранье. Вот для меня это смысл жизни. Просто заниматься поиском истины. А что же может быть важнее? Ну, извините, плодиться сможет и обезьяна. А вот найти себя в этом мире, найти свой смысл и вспомнить, для чего ты сюда пришел, вот это уже интеллектуальный труд. Это намного сложнее, чем пойти расплодиться или что-то сделать руками, да? Вот, поэтому для меня это смысл. Как я вижу будущее? Возможно ли смена убеждений, бездетная старость, личный кошмар в окружении 40 кошек или редкий в наше время покой, тишина, дающая возможность следить воспоминаниями? Я как эзотерик считаю, что мысль материальна, и наше убеждение тоже материально. Во что мы верим, то и происходит. Я верю в алхимию души, а также просто в алхимию, и я точно знаю, что существуют эликсиры молодости, реальные. Можно, конечно, сейчас подумать, особенно для обывателей, что я сказочница, фантазерка, верю там в какие-то фэнтези. Нет, я прекрасно знаю, что это существует. Есть Амрита, ей владеют все члены тайных обществ. И можно, в принципе, жить по 1000, по 2000 лет, если ты владеешь знанием. Знание — это сила. Поэтому я не предполагаю своей старости, как вы уже поняли. Вот. А для меня, так скажем, самое важное — это гармония. Покой, не знаю, я люблю мегаполисы. Я сейчас живу в Мехико, это второй по размеру мегаполис мира. Я очень люблю природу, горы, красоту, Гималаи. Также я альпинистка. Поэтому я не думаю, что когда-то меня постигнет старость. По поводу смены убеждений, то я не планирую их менять. Как я с детства не любила детей, так скажем, ну вы поняли уже, не любила, это значит просто не хотела. Так я и сейчас их не хочу. Я на 100% уверена, что я никогда не изменюсь. И знаете, я люблю в себе в том, что я очень постоянная. Если я что-нибудь сказала, даже если это было в 16 лет, уже прошло очень много лет с тех пор, и я держу свою линию. Я всегда выполняю то, что я говорю. И у меня всегда все получается. Потому что я знаю, чего я хочу. Вот. Надеюсь, мое видео было для вас познавательным, заряжательным, несло какой-то посыл. Вот. Надеюсь, мои ссылочки на каналы здесь оставят, и вы сможете ознакомиться подробнее с моим учением, мировоззрением, с моим образом жизни. Вот. И также у меня на каналах есть множество видео о том, как я рассказываю, почему я child-free. Так что вы можете их посмотреть еще более подробно, ознакомиться с этой темой, потому что я уже очень много лет child-free, и я очень люблю людей, которые поддерживают, так скажем, эту позицию в жизни. Любви, света и гармонии вам!